Так, я праздновала свой юбилей, 50-летие. Празднование было бурное, на высокой платформе. И дело это закончилось так. В нашей местной больнице два охранника, которые теперь только в плавном переходе от коронавируса находятся там, вежливо предложили мне, увидев, что я на костылях, инвалидное кресло. И вот я сижу, жду, пока меня отвезут на рентген. Поехали. Значит, едем на рентген. Сейчас налево. Наверное, туда прямо. Рентген. Узнать, есть ли перелом или нет. Так. Стирают нам тут спиртом все эти кресла. И тут написано, что через одного сидеть. Здесь лаборатория. Сделали мне рентген. Вот там, где таблички, там нельзя сидеть. То есть сидят через одного. Там кровать. Выкатили из палаты кого-то тоже в ожидании рентгена. Ну вот 15 минут ждать результат. Потом отправят к врачу в этом же здании, который скажет, что делать дальше. В общем, все хорошо. Перелом такой стабильный, что можно ходить. Значит, сначала сделали. Да я все еще сижу около госпиталя. Здесь вот место для курения. Сначала сделали такой главный рентген и сказали, что да, перелом лодыжки. Потом уже, когда я поехала делать в другой департамент в этом же здании. Думала, гипс будут класть, но на самом деле гипс не нужен. Поставили только вот такое вот приспособление. Это удачный очень такой перелом, что нет никаких сдвигов, и что как раз можно ходить и давать нагрузку на ногу. Все обошлось хорошо. Связки абсолютно все в порядке. Просто я подвернула ногу, упала и сломала именно лодыжку, там трещина. Но все связки в порядке, поэтому очень удачный перелом. Через 10 дней пришлют смс, проверка будет, еще раз будут делать рентген. Так что все отлично. Еще такая штука, которую я использовала в первые два дня, когда я держала ногу наверх, лежала и наблюдала картину, что будет. Будет прогресс или не будет, после чего мне нужно было на УЗИ через два дня. И вот эти первые два дня я 5-6 раз в день прикладывала по 30 минут холод. Такой гель. Cold Hot упаковка. Biodegradable gel. Значит, его можно и нагревать, и можно охлаждать. Нагревать 5-6 минут в кастрюле. Или можно охлаждать больше 2 часов, и тогда он держит либо тепло, либо холод. Удобная штука такая.